Всем привет! С вами Тёма, а сегодня мы играем Cats! Привет, ребята! Сегодня, да, у нас Cats, а почему сегодня у нас Cats? И вроде бы недавно мы играли, мы то его давно-давно, то долго-долго не играли, то стали да. Чуть-чуть ли не через раз показывать. А потому что у нас наконец-то престиж, как я говорил, в прошлой серии вот эта наша лазерная классика, она очень классно нас протащила прямо к престижу. Ну еще, рассказывай, что еще есть? Что еще есть интересного? Еще есть интересного, что мы сейчас будем делать престиж, а потом посмотрим. Я думал сначала покупать, продавать, сделать всякие там, я не знаю, фигнюшки эти, там, не знаю, скины. Я потом подумал, что все равно ими не пользуюсь. Это так, скажем, на любителей. Так, ничего я тут не хочу. Все, ребята, я хочу скинуть. Да где же это? Что это? У тебя же появилось, подожди. Что это? Нет, подожди, это не так. Это вот так, престиж. Вот так. Хотите престиж. Вы пойти на третий престиж, Сергей? Да, издевайтесь. Хотим. Конечно же. Мы хотим. И мы пошли на третий престиж. И мы стоим такие все крутые. Е-е-е. И собираем первое место, второе место, третье место. Так, мы что тут? Тут мы сразу проскочили. Тут не сразу, тут опять сразу. Смотрим, в основном пулеметами играли. Как интересно посмотреть свою историю. Да. Начиная с 8-го, у нас пошли ракетницы, и они были у нас очень-очень долго. Смотри, ракетницы 10 левелов, смотри, даже 11, 12, 13. 13 левелов ракетницы, только два последних левела лазера, блин. Короче, все. Классно, получили 41 копейку. Куда ее тратить, я даже не знаю, не тратится что-то никак. Так, ребята. Все, ага. 1000 денег и все. У нас достижение, престиж 3. Ну, классно. Так, ультимативный ящик получили. Во, получили колесико. Маня, хорошо, что не 3. Ой. И хорошо, что я не открыл сундуки, ребята, потому да. что... Потому. У нас вся снупская же машина, ничего нету, совершенно все позабирали. Да. И 1000 денежек. Так, давайте откроем тогда, что у нас появится. И у нас появились какие-то машинки, что-то какие-то колесики там, что-то, что-то как-то. Вот, смотрите. Ну, не знаю. Ну, не знаю, ребята. Короче, появилось. Нам нужна пушка. А на мой наверное, нам нужна пушка. О, смотри, сейчас даже что-то появится нормально. О, да. Ну, это маленькая. Вот. Ну, ничего, ничего. Сейчас мы давай посмотрим. Самое главное, что тут у нас есть. Ой. А, тут подождите же, еще же у нас от спонсоров мы же не открывали. Хорошо, что не открыли. Смотри, какая-то новизна. Реферальная коробка. Нужно друзей еще один. Нужно одного друга пригласить, у нас будет такая это. Все, пригласим кого-нибудь сейчас. Эй, друзья, берегитесь, мы сейчас вас приглашать будем. Мы сейчас вас приглашать будем, а сейчас пока откроем тут что-нибудь интересное. Может попадется, может какая-нибудь Нет. ракетница, но, к сожалению, ничего не попалось. Как это зло, вот любим ракетницу, она не попадется вообще никак теперь. Так, сейчас откроем, подождите, может быть сейчас не откроем, может быть сейчас... А вот есть ракетница, все. Так, что тут у нас с колесиками обстоят дела? Как тут у нас? 10. Все, это колесики у нас нормальные. Это гигантское, это очень большое колесо. Это что у нас тут? Пушка. Давайте вот так вот. Это пушка 14. Это не очень пушка. Вот это будет неплохая. Вот это вот. Но это если у нас будет крюк. У нас, естественно, никакого крюка нету и не предвидится. Да. И что тут у нас? У нас это с 37. И это тоже 37. 9. Эти все одинаковые полностью. Вот эти получше как бы. Ну, маленький. Ладно, ни черта нет. У нас давай посмотрим что-нибудь. Может быть, кого не победить там? Ничего себе, ни за что в жизни мы его не победим. Ни за что в жизни у нас даже близко не получается. Получается. Получилось, ребята, я даже это как-то это была все... эпичная битва. Это все из-за престижа. Нет, Тёма, это не из-за престижа, из-за того, что у нас, как его там, оружие хорошее. Я люблю ракетницы, а лазер, он... Должен быть очень сильно прокачанный, чтобы хорошо кошмарил, короче. Так, и давайте еще один раз, чтобы открыть... Ой, тут мы проиграли. Спрятимся. Не, у него больше хитпоинтов, Тём. У него больше хитпоинтов, все больше. Понятно. Было оружие то же самое, что и у нас. Так, ну ничего, тут как бы не особо важно. Этого, конечно же, нету, убьём. Надо было. Убили, Тёпка, убили. Да, все нормально. Все нормально, ты не беспокойся. Пока это будет у нас открываться, пусть он откроется. Давай мы посмотрим, что у нас тут, как тут обстоят дела в чемпионате. Вдруг нам удастся прорваться вперед-то, ребята. Да, давай. Прорваться этого вперед. Точно. Нет, не убьем совершенно. У него больше хитпо. А, смотрите, убили, вы пролезли под него. Ха-ха-ха. А я же. У нас колеса лучше расположены. О, этого точно. Этого убьем точно. Да, точно убьем.
Так, и нам что, нам только одно. О, это вот тоже. Ну только одно. Вот все, сейчас все. Мы пошли на следующий этап, Тёма. Потому что сначала всего лишь три надо. Необходимо три победы, и мы пошли на третий этап. На второй этап все нормально. Сейчас мы, кстати, получим какие-то вещички, так что не будем особо и. Зря мы вообще открывали эти ящики. Как я забыл, что потом это. Мы сейчас получили бы лучше из этого. Что хочешь, бублик или гол? Бублик. Давай. И посмотрим, что пончик. Интересно. Это пончик. О, да. Это круто. Пулемет, да, неплохой пулеметик тут трехзвездочный. И вот это тоже неплохая. И вот это все, короче, нормально. Это тоже. Все уже появилось более или менее нормальные вещи. Мы хоть бы какой-то корпус дали. Как корпус у нас есть. Так. А это что? А это для ультимативной лиги. Пока что не надо. И так, ребята, тут тоже, тут надо... Давайте этот поиск игрока. Тут нам давайте поменяем, наверное. Я, честно говоря, не знаю. Вот это, наверное, лучше вставить. Да, лучше это. Вот это ставить. И даже не знаю. Наверное, лучше поставить вот нет. Это назад, наоборот. Хотя у этого больше хитпоинтов. Проверим потом. Проверим. А пока мы можем чуть-чуть вкачать сюда немножко. Что тут у нас есть? Вот эти все одинаковые они. Вот это. Давайте сюда вкачаем. Немножко левел поднимем ему. Ну вот эта вся ерунда вообще не нужна. На, мы сюда его вкачаем. По-быстрому. Ага. Ну, давай посмотрим. Давай проверим. Проверим, давай. Что у нас получилось. Я не знаю. Даже что у нас получилось, нам нужно 9 побед. Это уже много. Нам. Убили. Убили. Этого убили. Давай дальше. О, этого точно не убьем. Нет, убьем. Это убьем? Нормально. Да, убьем. У него какой ник... Так. Этого точно. Неплохо, Тёма, вроде неплохо, не знаю. Этого точно. Ой-ой-ой-ой, вот это, ну тут ничего не поделаешь. Этого было, уже оказалось вот эта фигнюшка, которая вверх подбрасывает. К сожалению, у нас ее не оказалось. Так, этого убьем. Этого, да, точно его убьем. Этого тоже. У него какая машина. Я не знаю, как он ее спроектировал. Да. Так, давайте теперь следующего тоже убьем. Наверное. Нет. Да, убили. Наверное. Убили. Так, нам нужно, Тёма, еще три победы. Этого не обязательно. А, тут мало хитпоинта было. Тёма, две победы. Нам две победы надо. Есть. Последняя нужна победа. Ребята, последняя победа нужна, чтобы точно мы прошли. Убьем. Да, точно убьем. Ух ты, ну. Я буду. Все, нормально. Все есть. Все, и мы прошли на следующий этап, Тёмка. Все отлично, все классно. Уже так, ребята, на третьем уровне. Да, уже на третьем уровне, третьем этапе. Или как-то... И давай возьмем. Возьми что-нибудь. Единорога. Бери единорога. Ух ты! Вот это я люблю. Вот я люблю, когда золотой. Вот это... Ну, это фигня фиговая, ладно. Да. К сожалению. Зато кометость. Вот, зато кометость и для пулемета. Все нормально. Это я люблю. Это тоже неплохо, кстати, ребята. Неплохо. Тут можно жало поставить, тут можно ракетницу поставить, тут еще можно вперед поставить, чтобы он толкал. Надо будет посмотреть. Надо будет посмотреть, ребята. Это для катера, кстати. Кстати, так, ладно, тут берем что-то. Тут мы, ладно, собрали. Так, давай, Тёмка, давай-ка посмотрим. Теперь уже, я думаю, нам можно поставить вот на машину новенькую сюда. Вот катер. У нас есть... Плюс 10 для жала. Мы все жала свои, просто дело в том, что раз засунули в этот капец. В пулемет! Да! ЕПРСТ! Очень могли жалко, потому оставить. Что смотри, у нас вот это вот такое крутое для катера есть, Тёма. Да, давай возьмем. Супер. Ох ты ж, это ж не подходящий катер совсем. Оно не совсем, уж совсем нехорошо будет. Да, не, думаю, что это не пойдет. Так, ладно, бог с ним. Что у нас еще есть тут? Вот это мне больше нравится всегда. Так, сюда мы можем поставить пулемет, кстати, отсюда вот. Стащить и поставить сюда пулеметик. Потому что у него плюс 10 к пулемету. У него плюс 10 к пулемету. И мы... Опа, подожди. И мы пулеметик поставим сюда. Так, колесики, что за колесики? Колесики большие сюда, естественно, не станут, будет просто уродище. Так, а тут что у нас? Давайте уберем, это все равно у нас еще никак. Так, это, конечно, тоже не пойдет, да? Придется ставить вот эти, что ли? Ой-ой-ой, все как плохо. Так, давайте мы все их раскулачим, потому что сейчас особо деталей нету.
особо надо деталей много нет. деталей. Да, надо намного деталей. Теперь, ой, где эта машинка? Вот она машинка. Ну это вот сюда. Значит, и колесик вот так, я думаю, придется ставить. Ну давайте попробуем. Давай. Я не знаю вообще, ребята, что будет, ну, как? Что выйдет. Посмотрим что-нибудь. Может, скорее всего, слабенький мы будем. Нам надо 10 побед, потому что, ну да, смотрите, слабенький. А что ты назад поставил? Ну, чтобы не сдвигаться. А, это такой? Да. Я думаю, что не такой. Не, ребят, не. Нет, нет, нет. Тут даже и близко не пахнет. Короче, тут уже надо будет открывать сундуки обязательно и так далее. Ну, да ладно, ладно. Все понятно. 10 мы не выиграем уже, потому что 5-й бой. Мы совсем нубозоидики. Нет, нормально идем. Нормально, ты, Тём, но нам всего лишь боев 14. Мы уже 7 сделали, 3. Еще даже если все 7 выиграем, у нас будет 9 там. А-а-а. По-любому мы не успеем. Но все равно, пусть до конца пройдет. Пусть до конца. А, вот уже все. Вот да, уже, точно. Уже все. Уже все надежды провалились. Это возможно, да. Это возможно. Но нам совсем чуть-чуть, Тём, чуть-чуть совсем прокачать, нам пулеметик. Да. И мы, в принципе, там и хитпоинтов чуть-чуть прокачать мы сможем. А у него крутой. Да, ну, в принципе, не, мы тоже не, можем. Не, ну мы его... Давай я скалу схватим. Нет, не успели. Нет. Мы не успели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зверь. Нам двое. Двумя пулеметами, да. Двумя пулеметами. Этого точно. Это жало, это как у нас жало. Так, ну ладно. Боев 6 выиграли. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем и обязательно продвинемся вперед. Ну вот, ребята, прикольно, что все так получилось очень хорошо. Теперь уже третий престиж. Я думаю, что, может быть, пойдет полегче сейчас. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, а вам огромное спасибо, что нас смотрели. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчики. И ставьте много лайков. И всем пока! Пока-пока!